Сергей Широков, капитан хоккейного клуба «Автомобилист». Женат, двое детей, коллекционирует медали. Слоган в игре «Вперед, автобанда!». Главная мечта Сергея – выиграть Кубок Гагарина с автомобилистом. Суперспособность, которой хотел бы обладать хоккеист – летать. С детства мечтал играть в хоккей. А далее мы решили задать Сергею еще несколько вопросов. Ну, давайте попробуем. Где хранишь свои трофеи? Мои трофеи хранятся на полке, как и у всех дома, так что никакого секрета нету здесь, все просто обычно. Путают ли тебя с футболистом Романом Широковым? Меня иногда путают с ним, но в общей массе такого не было, так как хоккей и футбол отличаются, наверное, где шайба, где мяч. Сможешь ли ты без навигатора проехать от Уралмаша до Химмаша? Это квест какой-то, пока, думаю, нет. Первое фото, выложенное в социальных сетях. Совсем первым фото, которое выжил в соцсетях, я уже не помню, надо проверить. Давайте вместе посмотрим. Первое фото из Екатеринбурга. Фото с презентацией команды, так что оно уже есть. Какой был самый важный гол в твоей карьере? Какой был самый важный гол, который я забивал? Я думаю, он будет еще впереди, потому что то, что уже было, это история, надо смотреть вперед и надеюсь, один из важных голов, который я забью, будет здесь. Твой любимый прием в хоккее? Не задумывался над этим, потому что хоккей быстро играет, нужно принимать решение доли секунды. Здесь много приемов, которые есть. Наверное, тот буллит, который я забиваю, который, ну, вы все знаете. За всю карьеру против какого хоккеиста было сложнее всего играть? Не задумывался над этим. Много игроков, против которых сложно играть. И здесь сложно ответить на этот вопрос. На что потратил свою самую первую зарплату? Ой, я не помню. Хот-дог какой-нибудь купил, наверное. Кто бы мог сыграть тебя в кино? Смотря про что мы говорим. Про какое кино? Я не знаю. Кастинг надо проводить. Твое самое важное достижение, которым больше всего гордишься? Ну, конечно, победа на Олимпийских играх. За подписку на наши соцсети хвалю.